Доброе утро, друзья. Вот мы приехали вот в это кафе, мы уже с друзьями были, с Денисом и Ириной. И сейчас хотим вам показать, нам очень здесь понравилось. Здесь бассейн, меню такое, подача красивая, блюд. Ну и по ценам очень такие хорошие. Смотрите, это кафе находится рядом с природными бассейнами, вот в Гадипаше. Их отсюда, кстати, видно. Вечером тут вообще потрясающий вид, мне кажется. И тут для вертолета площадка есть. Так что у кого имеется свой вертолетик, милости просим. Вот можно посидеть здесь вот, но мы сейчас пойдем вовнутрь, потому что там очень красиво. Мараба. Можно приехать сюда на турецкие завтраки. Ну и сейчас меню покажем. Кстати, меню здесь только на турецком языке. Особенность этого кафе. Вон самолет, кстати, летит. В виде корабля сделано. Получается. Бассейн здесь, как говорят, с морской водой. Вот. Но мы в прошлый раз купались, водичка прям сразу, говорю, тепленькая. И вход на одного человека в этом бассейне стоит 30 лир, и купаться можно хоть целый день. Но мы сейчас сначала, наверное, перекусим, а потом пойдем купаться. Мы сегодня опять приехали с друзьями, только с другими друзьями. Вот. У них маленький ребенок, наверное, тоже будет купаться. Вот, смотрите, джакузи, но в джакузи, кстати, вода попрохладнее, чем в основном бассейне. Денис уже купался, поэтому мы с полной уверенностью вам об этом можем сказать. И сюда прям выносят чай. Мы в прошлый раз сидели, пили чаек рядом с бассейнчиком. Ну, мы прокупались, наверное, часа два, потом поехали домой. Уже темнело. Пойдемте вовнутрь. В прошлый раз нам разрешили с собачкой, сейчас не знаю, разрешат или нет. Мараба. Вот мы в прошлый раз сидели за этим столиком. Опять сюда? Нам разрешили подняться наверх, посмотреть, что там находится. А ты не спрашивал? На палубе корабля. Можно там вот сфоткаться, как на Титанике. Ну-ка, где наши друзья там нас ждут? Здравствуйте! Здесь нравится? Слушайте, вообще очень понравилось это место. Место просто изумительное. Виды шикарные. Ну а меню сейчас попробуем. Тёмыч, а тебе понравилось? Тём, тебе понравилось? Да, сказал. Так, да.
Саш, тебе. Ты, правда, без микрофона, но ты головой махни, да, нет? Да, супер. Ну, будем пробовать. Ну да, надеюсь, меню вас тоже порадует. Красивая, на неделю, да? Кстати, да, да. Ну, до вечера будем сидеть. Так, это твое, да? Ну-ка, дайте. О, это мое. Ну, я решила себе стейк с грибным соусом заказать. Кышкирдарим. Так, ну, у меня вот очень вкусная отбивная, я честно хочу сказать, что она мягкая. Соус тоже очень вкусный. Наташа, у тебя как отбивная? Вообще очень вкусно, сочная. По-моему, не скушать, я это уже поделилась с Сашей. Ну да, но порции настолько большие, что это очень. Артему тоже вон понравилось. Да, у Тёмыча отдельное меню. Саш, у тебя как? Опять головой, да, нет? Сейчас, наверное, это доедим, пойдем еще поплаваем в бассейне. И вам опять же все покажем. Ну все, мы покушали, объелись все. Ну, сейчас поплаваем немножко и уже поедем за Ангелиной в школу, правильно? Да. Чтобы нам не опоздать, у нас, наверное, часа два где-то есть. Очень, очень понравилось. Очень понравилось. Ну, сюда если стоит честно. Возвращаться. Да, ну порции очень большие. Мне кажется, одну порцию на двоих можно брать смело, чтобы да. Не объесться, как мы. Не, ну для ноября, до конца ноября, то это вообще шикарная водичка. Ой. Классно? Класс. Вообще класс. Классное кафе. Друзья, приезжайте сюда однозначно. Так здорово. И вот сюда, вот, вот здесь вот мне очень нравятся виды. Пойдемте, пойдемте. Покажем. Смотрите, какая красота. Вот так сейчас. Я почему-то мечтала в таком бассейне попасть, чтобы было видно море. Ну, было бы еще лучше, чтобы море вот здесь вот прям было. Но так тоже неплохо. И тебе как, Денис? Класс. Червоньки наши вроде водичку должны принести сейчас. Да, вон несут. Ты ж кирдарим. Thank you.
Снег сготовил, сам. Ребята, если кто-то меня сейчас слышит, если меня не вырежут, не обрежут, то в басик надо идти купаться до еды, но никак не после. Просто сейчас. Хорошо вот пузом кверху плавать, да? Ну все, мы накупались от души. Вода настолько соленая, что вот когда высыхаешь, прям пятнышки остаются. Хочу большое спасибо сказать этому месту. Мы еще, наверное, не один раз сюда вернемся. Если вам будет интересно это видео, вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и путешествуйте с нами. Всем хорошего дня, берегите себя. Хороший рост, друзья.